Часто логические значения возникают в результате сравнения чисел. Мы можем сравнивать числа, используя следующие операции сравнения. Строго меньше, меньше и равно записывается с помощью двух значков меньше и равно. Операция строго больше, больше или равно. Проверка на равенство осуществляется с помощью значка двух знаков равно. И проверка на неравенство осуществляется с помощью двух символов, такой вот символ восклицания и равно. Например, мы можем сравнить. Например, мы можем посмотреть на результат сравнения двух чисел. 5 меньше, чем 7. Если ввести такое значение в IPython и посмотреть на результат сравнения, мы увидим true. Аналогично можно проверить, что 5 равно 2 плюс 3. Результат также будет истинным.